вот под шум речки и ветра. Уж извините, такая погода. Выезжаем снова в лес. Сегодня вот на таких красавцах. Стоковых НИВ сегодня нету. Сегодня с нами УАЗ 469, Патрол Гия наконец-то выехал. И УАЗ Патриот. Две машины, это у парней своя движуха, называется Off-Road Department. Пригласили в гости прокатиться по нашему легендарному уже маршруту, Новый Новосадовый. После месяца дождей здесь должно быть отлично, потому что речки обычно здесь сухие абсолютно, даже там после дождей, там 2-3 капли, но сейчас речки полноводные, а там дальше еще больше. И нас ожидает интересный перевал. В общем, вы на канале СКРД Offroad, с вами Костя, и сегодня будет определенно интересно. Скорее всего, переворотов, какого-то хардкора не будет, но будет грязно, мокро и по-любому интересно. По машинам. Nissan Patrol, 60-й кузов, двигатель М57, Patrol мосты, 42-е триподоры, все блокировки. УАЗ 469, 409-й мотор. Прямые мосты, 35-е Симаксы, тоже все блокировки, мотор недавно собранный, лебедка сзади, спереди, здесь тоже лебедка сзади, спереди, и Nissan, УАЗ Патриот, мосты Соболь, ну они же Газель, дизельные века, блокировки перед, зад, в общем, подготовка отличная. Едем на 2 дня. На подвесках, на тюнинге. Вот парни, движуха, красавцы. У них раньше еще был один интересный автомобиль, Патриот пикап на БТРовских мостах, как у Вани, но, к сожалению, сейчас эта машина продана. В общем, едем на 2 дня, поэтому посмотрим, как пойдет. Если сегодня прям рубиться будем, потому что Гия Патрол недавно собрал и будет прям испытывать его, сказал, во всю кукурузину будет ехать. Если будет интересный материал, хватит, то одним днем сделаем. А если сегодня так себе просто проедем и завтра на какой-нибудь другой маршрут выйдем, то будет продолжение, все в одном видео, не хочу растягивать на несколько частей, это не мой стиль. В общем, приятного просмотра, прожимай лайкосик, можешь написать, как тебе машинки, в комментариях. А мы погнали. Ух! Вот здесь вот раньше была эта ступенька на спор, конечно. Я ее проезжал спокойно. Ну ты да, на длинной базе Нива заскочил. Не, смотри, все равно подразмыло. И вот здесь вот. Не, хорошее место все равно осталось хорошим. Мы в отсечке. Это Kia, конечно, тут борщит. Ну, это не УЗ, но УЗ и Куя. Раньше здесь была ступенька на спор. Через пару недель здесь будет хорошее место. Размоют его. И объездов нет. Воды много, прям много. Не газуй, не надо газовать. Оп, 42-е колесо. Вот тут. А все? А нет? Грязь летит примерно как от Виталика.
Что, будет ходом брать? Будет брать ходом. Ремешок свистит немножко. Отходи. Сейчас будет та-та-та. На пузе. Вылетел из колеи, выскочил, подняло и нагреб, получается, пузом. Да, да, выскочил из колеи зря. Ой, газон, ты объезжаешь все на газоне. Блять, ты его туда, блядь, как есть подальше. Это масло. Что, пойдет за этой медаль? Кому? Да не, подальше. А? На самом деле, помогай колесами! Этот, надо было через верхний хабль, ой, через малый хабль ехать, через верхнюю дорогу, там намного интереснее. Сидит на мостах полностью. Сорок вторые колеса. Ну попускай, попробуй. Попробуй назад. Попробуй. А, нет, все, конечная. Гия, спроси, у него защита к мосту привязана, да? Очень интересно. Очень страшно на вид, что она раз показала. Да, я тоже такой, типа, а почему она вывернутая? И что, нормально держит? Так я машину собрал, что держит. Сколько прошло? Три года. Ну, по катушек, наверное, 15 мы уже сделали. Наверное. Прикольно, чтобы именно защищать рулевую. Так помогай колесами, руль влево. Марик! Не, ну разница, конечно, 38-е колеса и 42-е. Чувствительная. Оп, теперь задница села. Надо перелебедить. Ну, парни с Off-Road Department, конечно, делают вещи. Молодцы. Несут, да? Молодцы. Ну, вот он сидел полностью, вот. Абсолютно. Это назад он сдавал. Нормально, пищит, но лезет. Потому что он на мосту висит полностью. Да, все нормально. А, подожди, подожди. Денчик, расскажи, у тебя получается хабы из техно? Ну, вот эти заглушки. Заглушки из техно. А полуоси стандартные вот эти с мостами.
задней полуоси у меня Иштехна, там спорт или что-то такое. Угу. А, впереди шрусы Иштехна тоже стоят, блокировки пневмо Иштехна. Ну, дай ему микрофон. Короче, все Иштехна, да? Все, я понял. Ну, нормально. Прикольно. Перевал, ну, можно сказать, сухой. Я думал, будет намного хуже. Но едут все своим ходом. Патриот даже меж колеи. Хороший, хороший. Пока у нас небольшой перекур. Подъехали единомышленники на УАДиках. На... Это не белка. На Нартек. Нартек. Белки. Здесь тоже Нартек, наверное, да? 32-й, который 500-й. А, ну да, все правильно. Еще не потерял квалификацию. Все без хабов, на заглушках. Едут тоже кататься и хотят дальше поехать поинтересно. А, белки, просто новые, не узнал их, извините, в гриме. Колхозные мосты. Колхозные мосты. Короче, сегодня выпуск. И военные мосты. Сегодня выпуск этот УАЗиков. Нив нет. Сектор газа, все как положено. Кайфово. Погода опять же нам позволила выехать все вместе. Да, да, да. Да, да, да. А я тут на 31-х колесах проезжал на Ниве. А спайсера что-то не едут. Почему вон? Может, вперед лучше? У него металл сзади. Загнали пацана в лужу. Это выезд с одного очень интересного маршрута. Я прикреплю сверху ссылочку. Мы здесь проезжали на Нивах. И здесь очень много интересных моментов. Вот он решил сюда заехать. Не поверил, что здесь жестко. Я говорю, мы бы сюда вот докуда доехали за 2,5 часа. Ехали бы часов 14. Он говорит, не, я говорю, да. И вот он заехал, тут, ну, 30 метров он проехал, и сразу лебедка. Называется малый хабль, этот, арочный. Вот это арочный. Вот Папай, мы на перевале. Туда Новосадовый Пшада, туда Дербенко, новый, ну, большой хабль. Надо собираться ехать. Надо собираться ехать своими, да, вот да. Мощными пацанами спортивными. Турбо Нива, Турбо Патрол, Нива на дросселях, да, и две вот эти вот, красная и зеленая. Ванька, убегай! Он решил разом обе лужи взять. Вот походу в руль головой ударился и рама завалился. Ты думаешь, его вырубило? Да! Я уже такой поготовку натомил недавно. Это было интересно. А можно нормально проехать? Это можно поджечь. И оно будет долго-долго дымить. И это, ну, комары, мошка. Вот смотрите, это все семена получается этого растения. Вот оно, пух. Но если поджечь, это очень-очень долго горит. Вот смотрите, сколько его. Ух ты! Все на меня. Нормально он тут забубенил. Еще! Да не, ну не выйдешь ты тут. Металлический трос на лебедке – это ад.
для штурмана. Его всегда нужно держать в натяжении, чтобы он заматывался нормально. Потому что если ему дать слабину, он перекручивается, там как змея, удав, там просто жесть. Вот так его нельзя оставлять. Ну, парни знают, что делают, поэтому я туда не лезу. Но это были прикольные конкурсы. Сейчас мы Гию сюда засунем. Его чуть-чуть под... Ой. Самоблоки. Очень нехорошо колесо стоит. Сейчас может, если он газанет неправильно, может привод... Я вижу все. Ну, там колесо, наверное, вывесилось. Не, все, выскочило. Проедет ли здесь патрол? Я думаю, что нет. Старая заиленная яма в два корпуса. Опачки. Ой, что-то затроил. Движение вниз. Хо-хо-хо. Не копай! Копаешь вниз, туда-сюда, туда-сюда. А неплохо. Еще туда-сюда. Почти, почти пробил. На следующий раз выйдет. Мама. А колеса не крутятся? Сцепа что ли буксует? У нас так много маршрутов, что вот здесь мы ездили. А вот я сейчас поднялся снимать гию. Вот она дорога, заросшая. Вот видите, колея вниз уходит туда. Я вообще без понятия, что это за дорога. Я сейчас посмотрю по картам. Очень интересно. Еще, еще. Все. Ремонт раздатки в полевых условиях. Денис, на передаче. Вот он, зверь Денис. Но кто им помогает, смотрите. Кто их спасает, чтобы не раздавило вот того Марика. Вот там Марик сидит, чтобы его не раздавило. Вот такая тема. Иван Иванович, Костяныч.
Раньше тут было засадное место. Тут раньше ступенька была такая прям. Уф. А, он еще и в сложную колею поехал. Походу, да. Поехали. Один сидит, другой сидит. Прям сидит плотненько. Неплохо. А, тот на объезды. Неплохо выскочил. Там прям нарезано было. Чё за дела? Ты ж вроде рубиться хотел. Только лебедка, Дэн, только лебедка. Без колес. На самом малом, это быстро. На самом малом, на самом. Все четко. Подожди. Газ брось, газ брось. Не газуй. Мощь. Ивеко. Все блокировки. 38,5. Мутри подоры. Так сам передай. Саламу с это воды. Это Ураловская лесовозная дорога. Свернули, пробить ее, проехать по ней. Ого. Ты каждую минуту будешь всем передавать, да? Какой, оказывается, интересный у нас маршрут. Новый Новосадовый бывает. И если знать, куда ехать.
ФС-ка просто лежит. Копалка. Гия, дальше и дальше проедь, Гия. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хорошо шел, но съехал с ФС-ки. Камень. Молодец. Неплохо. Но подраскопал, конечно, Очень интересная траектория, но тем не менее результативная. Прикольно. Короче, патрон спокойно может ехать за Уралом. Это будет итог дня. УАЗ за Уралом ехать не может. Но это вот, если честно, патрон все время чертит мостом. Но едет. За счет мощности, колес и так далее. А, оба присели. Так, один УАЗ достал себя лебедкой из колеи, пока я отходил. Второй УАЗ достал себя назад лебедкой и, наверное, поедет вперед. Все. Чуть-чуть водных дали парню и проскочил вообще. Все проехал. Молодец. В общем, как всегда, ремонты, остановки, обеды. День световой не совсем еще подходит к концу, но уже близко. Ну и нам не так далеко осталось до конечной точки сегодняшней. А завтра мы поедем или сюда, или по другому маршруту. Короче, проехали мы 30 метров, ну 50. Вон они даже еще стоят. Гия, я думаю, надо сюда. Здесь и одна дорога хорошая, и там лужа. Но вот здесь интереснее. Он на брюхе. О! Копает. Thank you.
По-моему, вариантов нету. Один выскочил, второй пытается, и третий тоже сел. Еще раз. До одного места доезжает и все. Да, да, да. Ты выгреб сначала большую кучу. Ну, короче, и тот лебедится, и тот лебедится. А, тот выехал. Гейзеры Краснодарского края. Все. Я его положил. Никуда ты ползешь. Ну, дурында, сейчас упадешь. Давай, мы не обижаем природу, отпускай. Оп. Это есть такой всякий, пусть здесь живет. Да, все. А вот зимой просто. Да, конечно, разбудили, блин, человека. Поставь, Бог сохранил, как после такой херни, все и выжить. Да. А. Тут это гражданская резина, походу на классике кто-то ехал. На девяточке. На той самой девяточке. Такие дороги раньше тут были. Ну, мне кажется... Почти. Камни, камни. Это камни. Мощь. Не, нормально, это камни, в тормозные диски забились. Так, ситуация. Мы сейчас ехали так за хорошим темпе и поймали очень хорошую бочку. Прям очень хорошую. А, если вы видите, на патриоте колесо завалилось. На патруле, ну, фара перестала работать, но более-менее все нормально. Здесь что-то с генератором. Может, ремень соскочил или что-то. Короче, прям лютая херня сегодня. Итак, доехали до Новосадового, встретили еще квадроциклов, мы на месте, ночевка, и завтра будет новый день. А, возьми бутылочку. Гия, просто остановись и отъезжай. Отъезжай аккуратненько. А, ну все, оттаскивай его, только руль. А, я думаю, проехать можно. Все, остановись, все, бросай. О, вот так вот ехать первыми после дождей. Вот так.
давай там где, куда? Лево. Сейчас в яму упадем, давай. Нам для тебя не Итак, доброе утро. Второй день. У нас прибавление. Съездили, забрали из Пшады еще Тойоту. Это бывшая Гиена на V8 УЗЭТе. Вот, паренек ее взял. Вот, второй раз получается выезд в лес. У нас все нормально. Сегодня пока ездили, два раза чуть не утонули, потому что речка все равно поднялась, изменилось русло. В общем, люто. Сейчас едем, заберем двух УАЗиков, которых вчера оставили в Новосадовом, и поедем через 520-ю. Если они не захотят, то поедем сами. На двух тачках уже поинтереснее, побыстрее будет. Ну а здесь что? У Toyota мосты, все блокировки, 38-е триподоры, УЗЭТ, коротыш. В общем, хорошая машина. Вы ее частенько у нас раньше видели, пока вот Гия полностью не пересел на патрули. Выезжаем. В общем, оставили мы УАЗики пока в Новосадовом. Они пока готовятся к выезду. У них там технические проблемки. А мы решили ехать по другому маршруту. Андрюха, подрубай все. Пойдет. Теперь следующее препятствие будет подъем с камушками. У нас очередное дерево после шторма. Лево бери уже. Все. Андрей. Выставься сначала, не сразу не бери ее. Давай. Второй раз на бездорожье. Потенциал имеется, страха нет, молодец. Thank you.
будет пытаться выехать. Не. Не сдал. Плотно мостами. Сел задним мостом. Тойоте здесь будет немножко посложнее. Немножко. У нее база короче. Артикуляция хуже. Упал. Ну, правильно. Попробуй вот сюда. Попробуй вот сюда. Ну, я не так советовал, он так поехал. Проедет. Та же самая проблема, что у Ги раньше была. Он перестает уже давать газу. А колесо еще продолжает вращаться. Из-за этого полуось иногда рвет. Ну, раньше рвало. Злое место это вот здесь, в камень. Из-за того, что огромные колеса, накат хороший на препятствие. Переднюю блоку. Андрей, передняя блока. Я на всех блоках иду. Передок не крутит. Колесом по камню. И на этот попробуй зацепить, чтобы ты максимально по ним проехал. Пошел, пошел. Сдай назад. Ух ты, даже диском не ударил.
Снова дерево. Это уже, я не знаю, я сбился со счета, какое дерево за сегодня. И херась. Ситуёвина. Просто Toyota короткая, квадратная и высокая. Если он пойдет в колею, он ляжет. Ну там пороги хорошие. Силовые, так называемые. И может на тоненького и проскочит. А может нет. Подоры боковой держат, конечно, неплохо. А вот что он здесь сейчас будет делать, непонятно. Я мощный штурман. Так, последнее злое препятствие. Здесь ни Ваня на БТР-мостах не проезжал. Ни 3 недели назад патрол на 40-х тракторах не проезжал. У Гии есть все шансы. Почва размокла. Грязи сейчас будет лететь много. Ух, какая жижуля. Да не, выскочит. Молодец. Что говоришь, патрон на 40-х почти проезжал, да? Повторился. Повторился. Какие-то вопросики по передней блоке. Она то работает, то не работает. Ой. Ребятки, меня что-то к вечеру второго дня прям размазало. Я с температурой много не снимаю. Ну, в принципе, снимать нечего. Мы едем и едем. Вот. Это было препятствие последнее. Вот. Поэтому мы сейчас будем спускаться, качаться, едем домой. В общем, спасибо, кто до сюда досмотрел, вы капитальные красавчики. Я надеюсь, вам понравился такой новый формат двухдневной покатухи, то есть именно 2 дня, чтобы застали. Ну и пишите, если понравился. Ну, видео, наверное, длинное будет, там, около часа. Ну, зато экшен, экшен. Разные машины, разные препятствия, разные маршруты, это было интересно. Все, спасибо, мы выезжаем, я попробую немножко поспать. Хотя это на бездорожье очень плохо получается. Ну, и в целом, спасибо, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на все наши соцсети, ссылки в описании. В общем, вы все знаете. Ребят, спасибо, не болейте, до скорых встреч.